Можжевельник обыкновенный Харстман представляет собой красивый кустарник с приподнятыми вверх хвойными лапами. Тонкие концы ветвей свисают вниз, придавая кроне изящный вид. Этот эффектный сорт используется для создания одиночных и смешанных композиций. Пышное растение станет украшением места отдыха и послужит декором для крыльца. Можжевельник не требователен к составу почвы, но предпочитает, чтобы грунт был рыхлым и питательным. Для размещения подойдут солнечные и слегка затененные участки сада. Сорт обладает высокой морозостойкостью и зимует без укрытия. Можжевельник обыкновенный Харстман – это многолетнее растение. Кустарник хвойный лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Можжевельник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.